год назад на Интернешнале мы же у тебя спрашивали по поводу твоих приоритетов тренерских. Ты сказал, что ты хочешь тренировать только состоявшихся игроков, никого ничему не обучать, ничего не строить. Вот есть готовый ростер, ты приходишь и бахаем. Сейчас у тебя супер сырой ростер, так оно и есть, пока они все еще ничего-то толком не добились. Why? Получается, я обосрался. Почему же? Когда речь идет, ну, тир-1, это команда, играющая на интернешнл, все-таки. А когда был вопрос про то, что воспитывать молодых совсем, ну, это получается, что я беру, кидаю этих ребят, не солоно хлебавши толком, там, топ-12 инта на тот момент еще, и совсем из ниоткуда начинаю, грубо говоря, путь по старладеру от аматорки и дальше там до старсерии. Это долгий путь, грубо говоря, людей, даже которые в доту играть особо не умеют, там еле иммортал взяли. Поступали ли тебе предложения от других организаций в межсезонье? Поступали. И если поступали, то почему Империя в третий раз уже? Потому что здесь работает Дима Корбан, лучший менеджер из тех, с кем я работал. С ним хоть куда. Вот. Ну и второе предложение не было настолько заманчивым, чтобы можно было отказаться. Ты, конечно, не скажешь, что это было за предложение. Плюс-минус Империя, только и незнакомая. В интервью чемпионату недавно, в мае, кажется, ты сказал по поводу своего предыдущего опыта работы в Empire, что я считал, что свою работу, а именно драфт, я способен делать из дома. Было такое? Все верно. Сейчас ты драфтишь, сидя в кресле Непошки, на первом же буткемпе нового состава. Что изменилось? И изменилось ли вообще? Изменилось то, что я давно никуда не ездил, и с составом я не знаком лично. То есть, когда я знакомился первые разы на буткемпы, я приезжал. То есть, когда с людьми видишься только в онлайне до этого и первый раз в реале, это стоит сделать, вы в одной команде играете. Но когда вы уже год вместе, а то и больше, в этом большой потребности нет. И лично мне было так комфортнее, что пикнуть можно или разобрать ошибки, не находясь непосредственно на буткемпе или на месте проведения. Вот. Изменилось то, что я в последнее время никуда не ездил, и люди поменялись. Соответственно, новый опыт. Можно этим заниматься снова. Тот же вопрос, но касаемо ланов. Ты также сказал, что ты свое уже отъездил, и это люди, которые мало путешествуют, для них это все вау-вау, а для тебя, человек, который имеет свои взгляды на путешествия, ты уже как бы все... Свои взгляды, да. Показал Игорь. Ну да. Сейчас все тренеры пикают на ланах и кабинках. Ну, по крайней мере, те, которые у команды есть, тренеры. Испытываешь ли какой-то энтузиазм по этому поводу, что нужно будет гонять на ланы, если, конечно, будешь на них отбираться, и вот постоянно что-то делать? Не, подрафтить из кабинки, конечно, прикольно. И я бы хотел это делать. Другой вопрос, что в прошлые мои месяцы работы такого еще не было. В кабинке нельзя было пикать. И поэтому, ну, получается, что ты приезжаешь на турнир, где практис-рума на 5 компьютеров, и ты приезжаешь просто... Вот, ты приехал, и ты должен как бы тусоваться. Команда может в практис-руме в доту поиграть, ты тусуешься. И ты даже в кабинку не зайдешь подрафтить. Очень сомнительный опыт. А сейчас ты как часть команды, ты можешь зайти в кабинку, прям такой ух, зарядиться энергией толпы, вспомнить то, как ты делал это раньше, поэтому это добавляет мотивации. Когда ты играл, этого не хватало? Как считаешь? Что именно? Тренера в команде. Тогда за спиной драфтера, еще чего-то. Тогда не было еще людей, которые сказали бы, что мне скучно играть в компьютерные игры. Тогда еще люди новые только появлялись, а старые еще не ушли, чтобы быть тренерами. Поэтому люди справлялись сами. Опять же, исходя из твоих слов, в прошлый свой приход в Team Empire ты сказал, что выстроил следующую, если так можно выразиться, стратегию. Дословно, давайте так, до февраля-марта просто кайфуйте, а потом будем уже думать об интернешнале. Иначе будете как выжаты как лимон. Это и сейчас актуальная стратегия или что-то поменялось? Сейчас это не настолько актуальная стратегия, потому что миноров-мажоров меньше. Теперь это... Их количество практически такое же, как и в прошлых сезонах, когда их было по 3-4.
Соответственно, здесь это некие майлстоуны. Ты можешь работать там, до первого-второго мажора, смотреть, что как. Если что, ты можешь поменять свое поле деятельности, потом вернуться обратно к International на квалы, как будто с чистого листа, как это и раньше было. Ну и я это говорил еще команде, с которой мы до этого работали. Они заняли 8-е место на International. И люди, когда находятся долго друг с другом, играют в одной команде, им тяжело все время поддерживать очень хорошие отношения. Все равно всплывают какие-то бытовые мелкие проблемы, либо игровые какие-то недопонимания с новой силой вспыхивают с каждым разом. Ну, в общем, тяжело людям долгое время друг с другом. Особенно, когда такая напряженная, спортивная, азартная обстановка. Поэтому стратегия была такой, как мне кажется, она была правильной, потому что, ну, что мы видим? От СНГ региона команда WinStrike поехала на International через квалификации, которая была собрана как раз где-то в марте. Эспада заняла второе место, которое тоже образовалось примерно в марте. Может быть, позже даже выиграли International команду OG, которые вообще в мае или в июне. Ну, в общем-то, то, что и требовалось доказать. Ты сказал, что наш регион уже давно созрел к такой форме построения команды, где всем заправляет тренер. Что не игрок должен говорить, я не хочу быть этим человеком, а тренер должен решать, кто вообще с кем будет играть. А игрок должен просто стоять перед фактом. Это опять примерно плюс-минус дословные цитаты. Сейчас этот состав Team Empire вокруг тренера или вокруг игрока? Или вокруг каких-то игроков? Мы с Димой в этот раз четко с нуля, ну вот у нас был костяк, представленный нам Чапи, ну это от Стрэнджера, и Мипошка остался. На мотивации, из-за того, что поменял роль, он готов с новыми силами играть кучу пабликов, в принципе, его прогресс виден. Мне казалось, это так себе затея, но он пока оправдывает. За столь короткий срок он действительно стал гораздо лучше играть, и вот ему чуть-чуть опыта набраться, и будет вообще топ-человек на сложном коридоре. Союз. Нам нужен был мидер. Мы искали его в команде, не мы, а Дима увидел его, потенциального мидера, в команде Marlerina Esports с ником Elmo. И попросил меня посмотреть реплеи этой команды. И сказал, что еще можно обратить внимание на их четверку. Я посмотрел. Элмо меня, ну, сильно не впечатлил, он там играл на спектре, ну, как и все спектры сейчас, они страдают на линии, пытаются камбэкнуться. А вот Союз меня впечатлил с первой игры, и все оставшиеся реплеи этой команды, что я смог найти, я смотрел чисто ради него. И подумал, да, этот парень точно вообще супер-мега-бомба, его надо брать по-любому. Мы его взяли сразу с первых же игр, он нам очень понравился. То есть мы же не видели, как он общается, мы видели только то, как он играет и то, что он там рисует, кликает на миникарте. Именно этим он меня купил. В TeamSpeak он не разочаровал, и, в общем, теперь это лучшая четверка в СНГ. И без шуток. Он действительно очень хорош. Следующий у нас появился, наверное, Куман, потому что Дима долго с ним обсуждал вариант перехода Кумана, но Куман не хотел играть в миде, он хотел играть на коре, либо в миде на определенных персонажах. Нам, в принципе, ровно это и устраивало, что Чапи может играть на своем пуле героев на любой линии. То же самое и Куман. Это как в ликвидах прям работает Miracle Matubumben, только, что называется, на минималках. Но пока на минималках. Сначала мы должны проиграть несколько Open Qual, но потом, как взлетим, и все в этом духе. Следующий — Маден. Изначально мы позвали Мадена просто для того, чтобы посмотреть. Нам нужна была пятерка, потому что Ярик пересел на тройку. И нам нужна была просто пятерка посмотреть, как Ярик на тройке будет играть, честно говоря. А Маден прям так понравился, и взяли его. Все. Поэтому если вас зовут на тест-игры, вы там старайтесь. Это обязательно вам... Это вам вернется. Ты говорил, ссылаясь на Корбана, что Мипошке не хватает яиц на момент, когда он должен был быть лидером в команде. Сейчас команда... Ну, Мипошка по-прежнему в составе. Мипошка по-прежнему как
не знаю, можно ли его назвать командообразующим игроком. Вроде как Тима говорил, что вокруг Непошки состав строится, исходя из его паблика, что-то в этом роде. Ты сейчас тренер, и Непошка в команде. Что у него с яйцами? Просто он был с короной на пике, и он пикал. Все зрители видят, что вот капитан Мипошка, значит, типа Мипошка должен быть царем горы. Соответственно, он должен и координировать, и пикать, и вообще там всех бить по щекам. Но сейчас у нас это работает не так, что пикаю я, а Мипошка, он, ну, он просто очень уже опытный стал товарищ, который может поддержать моральный дух команды, он никогда не унывает. В общем, для команды это очень полезный человек. В периоды, когда ты не тренируешь никого, ты гоняешь на турниры в качестве аналитика. Бывает. Ты гонял с Рухабом, затем ты приезжал, насколько я могу помнить, поработать с мейнкастом. А вот двойной вопрос. Первый, как ты вообще относишься к тому, что вообще это происходит там у них? Все эти войны комментаторские, аналитические и так далее. И, в принципе, как ты себя в этом видишь? Ты все-таки тебя больше тянет к командам или все-таки к аналитикам? К войнам отношусь, ну... Ты как часть этих войн, потому что тебя делят. Ты как такой, знаешь... Так для меня это самое выгодное положение, на самом деле. Когда меня делят, я могу выбирать, если так бывает. Но зачастую на какой-то турнир выкупает права одна студия, и я просто могу то туда, то сюда. Меня не делят совершенно. Я как наемный рабочий еду хоть к одним, хоть к другим. Тебя не пытались переманивать ничего? Ну, пытались, но как бы я что сказал? Что при равных условиях, что мейнкаст, что рухаб, на тех квалах я выберу мейнкаст просто потому, что это что-то новое, что-то свежее, на мотивации, смена обстановки. Вот. Ну и люди одни и те же везде. То, что у них разные названия, ну, по сути, это одна история. То, что их стало несколько студий, это нормально, это как телевидение, не может быть одного канала, потому что кто-то хочет быть главным, кто-то хочет продвигать свою идею, кто-то хочет оставаться в чем-то другом, в общем, где-то географические сложности из-за переездов и всего прочего, поэтому это нормальная история. Мне нейтралом быть здорово, меня фармят все, получается. Многие считают, что победа OG на International — это случайность. Ну, так считают многие диванные аналитики, понятное дело, но также есть люди, которые и недалеки от больших, от высокого скилла, скажем так, и утверждают, что проперло ребят. Вот ты как считаешь? Проперло ребят или все-таки там какой-то высокий скилл? Любой интернешнл практически, за редким исключением, всегда это случайность. То есть я могу вспомнить только первый инт, третий инт и пятый инт. Там были четкие фавориты, и они выиграли. Чела взяли в команду, и он выигрывает. Ну, это здорово. Вообще ну, нонсенс или это в порядке вещей? Ну, круто. Нет, здорово. Кто больше хочет выиграть и больше прикладывает усилий, тот и выигрывает. Так это и работает. Не тот, кто заслуживает выиграть, а тот, кто хочет и старается. Много шума, как всегда, наделали Na'Vi. Как всегда, много кипиша, связанного с этой командой. Что ты думаешь про подписание Акбара и его команды? Вот он там уже в третий или четвертый раз в Na'Vi. Это результат давления аудитории, на твой взгляд, что она надавила взять Акбара и прогнулась, Na'Vi прогнулась под аудиторию? Или все-таки реально его команда способна показывать большие результаты? Лично он, да. Я не могу сейчас сказать, что вот этот состав всех выиграет, но лично Акбара, как игрока, я очень уважаю. Он очень сильный игрок, сильный капитан, сильный драфтер. Возможно, сложный, это лишь по слухам, я с ним дел не имел лично, поэтому утверждать не могу с 100% вероятностью. Возможно, где-то сложный человек, но как игрок в доту и капитан в команде, он очень хорош. Соответственно, решение Na'Vi взять его, ну да, они взяли лучшего свободного капитана в СНГ на данный момент. Это нормальное решение. Вы рассматривали его кандидатуру в межсезонье для Империи? Нет, он очень единоличный такой лидер и сам себе на уме, поэтому я думаю, что лично я бы с ним не сработался. То есть как бы я уважаю его как игрока и капитана, но я бы с ним не сработался, поэтому нет. Дэнди рассматривали? Дэнди был бы хорошим вариантом, как дополнение к молодой крови, как опыт. У него еще новый заряд мотивации всем доказать, что
проблема была не в нем, что у него все еще есть силы, поэтому я думаю, что вот сейчас Дэнди вполне себе может заехать в любую СНГ-команду и на первых порах очень хорошо играть. Fucking mad. Человек очень долго тренировал команду, потом сел на позицию и выиграл интернешнл. Какие планы у тебя? В 20, сколько там, 5 лет? Fucking mad красавчик. Он пока, собственно, тренировал, он был в топе ладдера, он много играл. Лично я не могу играть столько же матчмейкинг, как я играл раньше, когда он не был ранковым. Сейчас он стал ранковым, и постепенно общий уровень токсичности в играх очень сильно возрос. Играть стало много, вообще неприятно. Вот на него это никак не сказалось, он продолжает играть, он красавчик. Если бы я так мог играть, я бы задумался над подобным. А сейчас я даже и в мыслях нет. Я не могу сыграть целую неделю по 10 пабликов в день. Ну, точно. На второй день я уже сгорю совсем. Зачем ты стримишь? Для... В первую очередь. Вот ты включаешь стрим с какими мыслями? Для чего это? Ну, блин. Потому что у тебя очень аутентичный стрим. Самый банальный ответ – самовыражение некое. То есть раскрывается некая грань меня, которая хочет быть раскрыта, но не может в силу обстоятельств. Например, рода деятельности или формата тех передач, где я появляюсь. То есть тут я сам по себе делаю, что хочу, своя атмосфера полностью в чате. В общем, кто как мне нравится, то так и происходит. Я абсолютно уверен, что это никак невозможно нормально монетизировать. Медийку эту мою тоже сильно не разовьет, потому что основной массе людей такой формат просто не заедет. Просто для личного удовольствия это делаю. Какие у тебя прогнозы на сезон? Цель какая ставится перед командой? Перед тобой лично как тренером, перед командой вообще в целом? Я хочу попасть на мажор. На любой? На любой мажор. Ну, хорошо, либо выиграть минор, вот так, либо занять хорошее место на мажоре. Ну вот это на первые несколько месяцев. На первые 4 месяца, ну, это такая прям хорошая цель. Да, как-то так. Ну, хочется на сцену выходить, драфтить, команда побеждает, я радуюсь. Вот. Да что это за херня вообще? Это вопросы полная хуйня. Хорошо, идем дальше. Не, все вот эти вопросы про пики, опенквалы, полное дерьмо. Где рофлы, блядь? Почему? Почему ФНГ такой секс? Вот, это хороший вопрос. Первый нормальный вопрос, реально, первый, на который хочется... А давай мы начнем интервью с вот этого вопроса, потому что все остальное до этого это была полная тухлятина, никому не интересная. ФНГ – секс. Почему? Да. Потому что у него красивая мама и папа родили такого красавца, и теперь все хотят с ним соития. Ну, мне ли не знать?